Настоящее жаркое лето наконец пришло в Беларусь. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Минске будет плюс 32, по югу страны 36. Из-за жары сохранится оранжевый уровень опасности. Чтобы не получить солнечный или тепловой удар, медики рекомендуют защищать голову шляпами, зонтиками и пить воду. А в ГАИ призывают отказаться от дальних поездок и избегать резких маневров. Но именно в такую жаркую погоду внимание у многих водителей притупляется, в связи с чем возможен рост дорожно-транспортных происшествий. У многих водителей, особенно склонных к сердечным заболеваниям, появляется вялость, сонливость, головокружение за рулем. Также родителям мы напоминаем в такую знойную погоду не оставлять детей одних в салоне автомобиля, потому что ребенок может упасть в обморок и в дальнейшем случиться какие-то нехорошие последствия. Впрочем, зонтики сегодня все же стоит захватить. Во второй половине дня в столице и по северо-западу страны ожидаются дожди и грозы. Местами сильные ливни, возможен даже град.